Всем большой привет! Сегодня провожу эксперимент. Увидела в интернете, что можно покрасить яйца в желтый цвет обычной ромашкой, которая продается в любой аптеке и стоит недорого. Так это или нет, будем проверять прямо сейчас вместе с вами. Приятного просмотра! 40 граммов сухих цветов ромашки высыпаем в кастрюлю. Заливаем их 1 литром воды комнатной температуры. Перемешиваем. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем на плиту. С момента закипания варим ромашку 15 минут. Затем огонь выключаем. Процеживаем содержимое кастрюли через сито. В полученный отвар закладываем белые яйца комнатной температуры. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Ждем, пока отвар закипит. Засекаем время и варим яйца 15 минут. Согласно первоисточнику, за это время яйца должны были окраситься в приятный желтый цвет. Но, как видим, чудо не произошло. Яйца лишь немного поменяли цвет и выглядят как будто грязные. К тому же многие из них потрескались. На этом можно было бы завершить эксперимент. Но я не стала останавливаться и решила оставить яйца в отваре на ночь. В надежде, что за это время яйца все же окрасятся. К сожалению, на утро меня настигло разочарование. Яйца совершенно не изменились. Не поменялась ситуация и после высыхания. В итоге мы получили грязно-серые яйца со слегка уловимым желтым оттенком. Если сравнить с белым неокрашенным яйцом, то разница, конечно же, заметна. Но это далеко не тот цвет, в который стоит красить пасхальные яйца. Если вам понравился мой эксперимент, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.